2015 год принес немало новых выдающихся спортивных достижений, навсегда вписанных в летопись не только российского, но и мирового спорта. Наши земляки продолжают прославлять Славянский район на мировом Олимпе. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. Главные международные старты по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет принимал с 5 по 9 августа город Рио-де-Жанейро в Бразилии. В составе сборной России на этом первенстве планеты выступили и воспитанницы Славянской детско-юношеской спортивной школы «Изумруд» отделения академической гребли Олеся Захарова и Елизавета Ковина. Девушки не так давно пришли в этот вид спорта и достигли уже хороших результатов. Горесть маленьких разочарований и радость больших побед все это время со спортсменками разделяла их тренер Валентина Стуклова. Лиза пришла к нам полтора года назад всего. Девочка очень одаренная. Она за полтора года достигла очень больших результатов. В прошлом году она была вторая в России, в этом году первая. Участница первенства Европы – пятое место. И участница первенства мира – восьмого места. Олеся Захарова занимается чуть побольше. Она пришла к нам, когда мы приехали сюда три года назад, в 2012 году. За эти три года, каждый год результаты у нее росли. Начиная с детской России, где она была вторая, также была вторая с Лизой в прошлом году на первенстве России. И уже в этом году у нее пошли результаты. Ну, я считаю, результаты очень высокие, потому что первое место на первенстве мира за три года – это очень большой результат. Девочка одаренная, трудолюбивая, старательная. В состязаниях сильнейших на планете Олеся Захарова выступала на турнире в распашной двойке вместе с краснодарской спортсменкой. В решающем раунде девушкам удалось обойти чилийский тандем на 2 секунды. Третьими финишировали спортсменки из сборной США. Так наша землячка стала лучшей на первенстве мира. Отрадно то, что это единственное золото, завоеванное российскими спортсменами в Бразилии. Да, нам с напарником это очень трудно удалось. Мы хотели бросить. Потом как-то увидели, что идем первые, решили закончить. Мы сначала орали от боли, потом отчасти, потом полчаса порадовались, и пошло как обычно. Олеся Захарова и Елизавета Ковина были приглашены на торжественный прием главе района Роману Синеговскому. Во время беседы с главой района девушки рассказали о своих спортивных достижениях. А Роман Синеговский, в свою очередь, поздравил их с отличными результатами на первенстве мира. Большое спасибо, мы вами гордимся. Спасибо. Надеемся, что еще не раз здесь будем собираться, да, а будет в любом месте, правильно? Угу. И радоваться за Славянский район, за наш спорт. Благодаря трудолюбию, таланту наших спортсменок, Роман Синеговский уверен, что Олеся Захарова и Елизавета Ковина будут прославлять Славянский район на международных регатах еще не один год. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».